Я, кстати, делал MC Anuti бит, так что мне... Я тебе расскажу, как это делается. Ты слышишь? Я тебе рассказываю, как просят бит. Я делал бит MC Anuti. Я тебе рассказываю, как это делается. Ну, просят бит. Как я? Лезть о том, что хорошо сделал, что симпатично. Потому что я, знаешь, думаю, ну, только ты, вижу тебя вот на этом. Попроси бит. А знаешь, MC Anuti? Я начну с тебя. Где бит мой, Василий? Где мой бит надо? Где Слим, у него бит? Ты всегда сможешь взять бит. Попроси, ну, ага, попробуй, добейся, что Слима попросил. MC Anuti, я помню. А куда она, по-моему, исчезла куда-то? Куда она сияет, ты что? 19 лет, 20 альбомов. Она как этот вышла из тюрьмы, Gucci Mane. Ну, типа того. Да, да. Я только знаю про нее, что она очень круто работает с хейтерами. То есть она всегда очень, да, она очень, просто, очень она классно отвечает. Не, она, мне кажется, она, если честно, вот моя версия, короче, ее твиттер ведет какой-то старший брат. Да? Ну, потому что, как бы, мне кажется, там брат. Реально, потому что это какие-то... Или она сама свой старший брат. Либо она какая-то совсем продуманная. Ну, потому что там реально очень смешные вещи. Да, просто она прикольная, наверное. Ну, смешные, прям смешные, действительно смешные, не потому что смешные, потому что ты над ней ржешь. Дело в том, что она не понимает, что это смешно. Вот в чем все дело. Нет, я говорю... И Сволочи в твиттере, мне так будет видно, что над ней, понимаешь, да? Я понял. Не, он, ты не понял. Они издеваются, ну, они добрые, поддерживая ее, они просто над ней издеваются все вместе сообща. Как фильм «Чучело», помнишь? Я в это не верю. Абакайте. Я в это не верю, потому что я долгое время как бы занимался троллингом, и тот же самый... Я слишком долго занимался троллингом. Сейчас самый да. Это сейчас у нас троллить продолжает, понимаешь? Я думаю, что их уже не стало. Воронов. Потому что я и бит был. Нет, и Воронов это другие белая люди. Белая стрекоза. Да. Дёрти Мон. Это жесть. Его посадили, привезли там в эту солянку. Ну вот этого белая стрекоза. Ворон. Он выступал в солянке. Ну это вообще. А Дёрти Мон был на хип-хоп-тиве у нас в гостях на программе. Они все рано или поздно понимают. Ну, Дёрти Мон это нехорошо и некрасиво, я согласен. Так я и про MC Anuti так же говорю. Слушай, ну, во-первых, она не настолько умственно отстала, ну, не... Как что, подожди. Ну, вор не настолько с, как бы, да. Ты ее сейчас просто закопал. Ты либо себя закопал, либо ее протроллил, старик. Ребят, послушайте MC Anuti и потом послушайте. Ну, я думаю, что от того, что я ей бит дал, ничего хуже. Это круто, старик. Ты же ее не привозил с гастролями. Нет, это я не об этом говорю. Просто ты сам все сказал. Я вообще ничего не понимаю.